Привет! Больше всего на этой неделе вы обсуждали планы вице-премьера Дмитрия Рогозина вытеснить с российского рынка дальнемагистральных самолетов Boeing и Airbus. Вы тут же предлагаете вице-премьеру, что еще можно вытеснить с российского рынка, причем на личном примере. И вспоминаете Советский Союз с его девизом «догнать и перегнать Америку». У вас также возникли ассоциации с известным героем Гоголя, который тоже строил множество планов. А еще вы напоминаете, что не все из заявленного вице-премьером пока удалось реализовать. А вот Олег Сулимов спрашивает у наиболее скептически настроенных из вас, что плохого в том, что в России хотят наладить выпуск своих самолетов. С такими предложениями скоро и матрешки в Китае закупать начнем, предполагает он. И некоторые использователи с ним согласны. Если делаем лучше в мире военные самолеты, почему не делаем лучше гражданских? Давно пора, пишет Виталий Лежнев. Владимир Бондарев добавляет, что планы-то хорошие, но реализовать их будет совсем непросто. Абсолютный лидер по вашим лайкам на этой неделе – статья о том, что, согласно новому исследованию, людям старше 40 лет нужно работать 3 дня в неделю. В целом исследование ученых вы встретили с энтузиазмом. Некоторые из вас даже пишут, что так можно будет решить проблему безработицы. Правда, у многих есть опасения, не придется ли перейти и на питание 3 раза в неделю. А Наталья Наджич спрашивает, что делать тем, кому нравится своя работа. А еще на этой неделе королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 90 лет. И на нашем сайте есть масса материалов на эту тему. У нас есть статьи, тест, видео с любопытными фактами из жизни Елизаветы II, но больше всего лайков у подборки фотографий с монархом. Вы желаете Елизавете II здоровья и всяческих благ. Оставайтесь с нами на следующей неделе и хороших вам выходных.